В ночь на четверг в деревянном бараке близ судоверфи обрушилась уже давно не функционирующая кирпичная печь. Обрушение произошло в квартире на втором этаже, одной из шести все еще обитаемых в этом доме. От травм хозяйку, в чьей комнате и случился обвал, спас всего один не сделанный к выходу шаг. Как раз я ложилась спать, хотела выйти, думаю, выйти мне надо было там проверить ребенка. И как бы вот я только ноги в тапочки поставила, и вот это вот все рухнуло. Обвалилась вся кладка, начиная с чердака и заканчивая первым этажом. Здесь была, получается, стенка, и вот она, печка стояла. Вот так вот. И вот, то есть труба печная, все вот это вот на первый этаж и упало. Там тоже была печь, то есть разрушилась все. Пострадавших среди жильцов первого этажа быть не могло. В этой квартире никто не живет уже с десяток лет. По словам Ирины, им удалось получить от государства благоустроенное жилье и съехать из разваливающегося дома. Этого ждет и ее семья. Уже я сколько писала, уже я и уполномоченному по правам человека писала по Хабаровскому краю. И писала я и президенту несколько раз, и Медведеву я писала, и губернатору я писала. То есть вот никакой реакции вообще нету. Сейчас вот опять написала, ответ жду. А пока Ирина ждет ответа, лучшее, что ей может предложить обслуживающая компания, заделать дыры в потолке и полу листами фанеры. Однако жильцы подозревают, что дом может рухнуть даже от сильного удара кувалдой в стену. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.